Да, увидев такую ночь, сразу и не врубишься, что к чему. Далее еще один простенький, но уже более пугающий розыгрыш. Взяли квадрокоптер и соорудили вот такое вот чучело. Что-то типа ведьмы со светящимися глазами. Ночью в темноте выглядит довольно устрашающе. Ну а дальше остается только найти жертву. Переходим к более серьезным и пугающим пранкам. Дело будет происходить в метро, ночью, когда посетителей минимальное количество. Один из вагонов специально переоборудовали. Сделали все, чтобы создать атмосферу ужаса. Мигающий свет. По прибытию на станции двери не открываются. А свет вообще на мгновение гаснет. И когда он зажигается снова, то появляется она. В общем, смотрим. Через минуту шоу началось. We're just playing. I want Alyssa to play with me. I wanna play. Alyssa, no. Далее он звонит маме девочки и просит ее вернуться. Призраку это не понравилось, и она начинает действовать. Oh my god! Oh what? My god! Please come home. What happened? Да уж, нехило так напугали этого паренька. Далее не менее интересный розыгрыш. Ну а здесь дело уже будет происходить на кладбище. Месте, где любая мелочь уже может напугать. Начальник охранного агентства говорит, что им поручили охранять кладбище, так как здесь участились кражи. Периодически им нужно делать обход, отмечаясь в специальных аппаратах. Но на этом кладбище все не совсем спокойно.
Но этот пранк будет в морге. Тоже так себе местечко. Изначально небольшую группу людей сильно загримировали для участия в пранке. В морге на помощь к врачу приводят двух интернов. Врач говорит, что им необходимо надеть халаты и перчатки, а она отойдет ненадолго. А когда вернется, то начнет обучение. Не успели интерны надеть перчатки, как уже стали происходить некоторые странности. Следующей жертвой стали уборщицы, которых вежливо попросили прибраться. Ну и последний пранк мне нравится больше всего. Его создатели сильно заморочились и перелопатили всю комнату, установив дополнительное оборудование и спецэффекты. В этом пранке вновь нужно присмотреть за маленькой девочкой, так как ее маме нужно отлучиться. Дело происходит поздним вечером. Мама говорит няне, что девочка уже уснула и нужно просто побыть некоторое время рядом, пока она не вернется. Спит девочка в этой комнате. Няня, которую зовут Каролина, заходит в комнату и видит, что девочка не спит. Она стоит рядом с телевизором и разговаривает с кем-то. Неожиданно девочка поворачивается и говорит: «Привет, Каролина!» Няня удивилась и испугалась одновременно, ведь она не называла своего имени девочки. Каролина спросила: «Откуда ты знаешь мое имя?» На что девочка ответила, что это они мне сказали. «Кто они?» – спросила Каролина. «Это люди», — ответила девочка и добавила: «Они идут за тобой». Ну а дальше вы все увидите сами. Agora? Oi, Wilson. Vem cá. Eles quem? Eles. Tá bem, tá bem. Sara. Sara, tira a mão do bebê, tá bem? Eles aqui, ó. Senta aqui, vem.